Всем-всем доброго денечка. Показывала вам тканюшки новогодние, что прикупила. И нужно же набивку. Посмотрела во всяких разных магазинах набивку. Дорого. Думаю, как бы удешевить. В общем, пошукали по дому. Вот, и набрали целую вот кучу старых подушек. Вот уже которые такие, конечно, повидавшие виды. Такие скомковавшиеся. Но это подушки будут декоративные. Поэтому, я думаю, абсолютно подойдет. Да, Милусик? Вот. И еще тоже хочу сшить лежанки новогодние вот этим хвостатым своим. Вот этим хвостатым. А то как они без новогодних лежанок-то? Ну, вот сейчас буду смотреть. Либо какую-то ткань, которая уже есть. Вот из этих вот что-то. Но тут у меня много очень маленьких кусочков, прям из которых, ну, не сшить. Либо очень тоненькая ткань. Вот. Либо что-то прикупить отдельно, какую-то тканюшку. М? Как ты считаешь, феечка нужно? Новогодние лежаночки. Вот, то есть тут раз, два, три, четыре, пять подушек. Вот. Что-то из них уже можно сделать. То есть, как бы, а там посмотрим, война план покажет. Ну вот, скоро буду шить. Прям жду не дождусь. Не знаю, что получится, сама еще не знаю, не придумала. Он тут уже ниточки забирает, девочка. Помощница, швея маленькая. Швея, которая все тащит себе. Ну и швея у нас, и рукодельница, и все на свете, да? Микрофей, маленький змей. Тебе нужно лежаночку новогоднюю? Ой, и подушечку надо, да? И на кроватку, может быть, что-то сошьем. Постельное какое-то им. Да? Все нужно? Малышня-карандашня, а? О, этот деловой. Высоко сижу, далеко гляжу, да? Шейхунь. Шей. О, день малыш. Малыш ты, малышочек. Ну, а мы всех целуем, обнимаем и хорошего настроения вам желаем.